Приветствую тебя! Это обзор от Mob.ua, и я Трэш. Сегодня у нас в выпуске очень необычный проект. Честно говоря, я и сам даже затрудняюсь найти ему точное определение. С одной стороны, это ретровая аркада, с другой — гонка, а с третьей — так и вообще интерактивная реклама. Итак, перед нами дебютное творение студии Record Myers под названием Kavinsky. Игра нестандартна практически во всем. К примеру, основной целью данного проекта является поддержка нового музыкального альбома Outrun французского электронщика Kavinsky. Творчество этого музыканта ближе всего к звучанию хитов всемирно известного дуэта Daft Punk. Отличительной особенностью музыки Kavinsky есть ее стилизация под саундтреки крутых американских фильмов 80-х. К слову, сейчас музыкант пишет саундтреки к одной из радиостанций в GTA 5. Как несложно было догадаться из названия, в игре ты будешь управлять анимационным альтер-эго музыканта. Сюжета у игры вроде бы и нет, хотя несколько этапов передвижения протагониста все-таки просматриваются. Герой бродит по улицам, надирая задницы плохим парням и полицейским, потом зачищает от них свою машину, а после угоняет на ней от все тех же копов и плохих парней. Очевидно, Kavinsky держит зуб на плохих парней и копов. Рассмотрим поподробнее каждый из этих этапов. В начале игры, как я уже говорил, крутой парень Kavinsky выходит на преступные улицы Лос-Анджелеса, чтобы надрать задницы негодяям. Под нашим управлением герой почешет свои кулаки об уличных хулиганов, продажных полицейских и сразится с огромным боссом по имени Эндрю. Кстати, об управлении. Оно выполнено в виде копии старых игровых автоматов с двумя бородатыми кнопками, отвечающими за удары руками и ногами. Постепенно при битве с бандитами заполняется шкала комбо, активировав которую герой наносит быструю серию ударов, вышибая дух из противников. Пополняется эта шкала довольно оригинально, подобрав эротический журнал. А выкурив пачку Мальборо или выпив банку пива, можно пополнить здоровье. Как видишь, данная игра предназначена не для детей. Или для детей, если рядом нет родителей. На втором этапе нашему герою предстоит защищать свою тачку от все тех же негодяев. Уникальности геймплею этого уровня придает игра в дополнительной реальности. Для этого тебе будет необходимо навести камеру твоего устройства на любую поверхность, например, ковер на стене. На отображаемом изображении появляется автомобиль главного героя, красный Феррари, который нужно будет защищать. Отбив свою тачку, герой уносится на ней из города, попутно уходя от погони и полицейских оцеплений. Здесь твоей целью будет промчаться от чекпоинта к чекпоинту и в конце концов оторваться от преследования. Управление в режиме езды представлено двумя привычными вариантами – кнопки и акселерометр. Сама игра, как и творчество музыканта Kavinsky, пропитана духом 80-х. Электронные биты задают ритм не только музыки, но и создают атмосферу сумасшедшего драйва, заставляющего пронестись через уровни игры в одно мгновение. Особого внимания также заслуживает режим и фильтры отображения видео. Играть можно как минимум в трех вариантах: стандартный 3D, линейный 2D и вид с фильтром 8-битной аркады. Кроме того, в первом уровне есть секретный режим, активировать который можно, подойдя к игровому автомату. Еще одной особенностью игры является возможность покупки понравившейся песни из альбома Outrun прямо в игре. Сделать это можно через третий пункт меню альбом. Теперь стоит упомянуть о достоинствах и недостатках игры. Сильной стороной, конечно же, является общая олдскульная атмосфера, созданная благодаря стильной комиксовой графике и незабываемым трекам Kavinsky. Оригинальность вариантов геймплея также оставляет приятное впечатление. Слабая сторона игры в ее краткости. На данный момент она состоит всего лишь из 6 уровней, но разработчики обещали в скором времени добавить как минимум еще 2. Итак, перед нами умеренно хардкорная аркада, пропитанная атмосферой лихих 80-х. Кроме того, игра представляет собой еще и интерактивный клип, так что это будет отличный повод открыть для себя нового исполнителя. Игра Kavinsky рекомендуется всем фанатам олдскульных игрушек и просто любителям качественной электронной музыки. Отличное средство от ностальгии. Советую. На этом все. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч!